Отметили педагогов. Сегодня городские власти поздравили работников образования с наступающим профессиональным праздником. Почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками были награждены лучшие учителя города и ветераны педагогического труда. Геннадий Яшков – ветеран педагогического труда, музыкант от корней, баянист, дирижер. Почти 40 лет мужчина посвятил себя работе в музыкальной школе. Сегодня наставник тысячи талантливых карагандинцев на заслуженном отдыхе рассказывает о качествах, которые помогли мужчине в нелегкой преподавательской деятельности. Любовь к своей профессии и понимать, детей надо. Детей не каждому это дано, естественно. Удавалось, но не всегда. Геннадий Федорович сегодня стал обладателем почетной грамоты акима города. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда, которые долгие годы работали в системе образования города и внесли вклад в ее развитие. Благодарственные письма сегодня получили лучшие работники образования. Лучшим учителем года по праву признана Наталья Кузина. Преподаватель начальных классов получила награду впервые. Десятки лет работы в сфере образования не остались неотмеченными. Отсюда и такое волнение. Глубоко тронуто вниманием городского отдела образования, акимата, за высокую оценку моего профессионального труда. С утра до вечера отдаю ей все свое время, силы, здоровье, для того, чтобы вырастали достойные выпускники нашей школы, которыми гордилось наше государство. Труд учителя такой нелегкий, но самый необходимый в нашей жизни. С юных лет педагоги ведут нас в мир знаний, формируют личность вступающего в мир человека, отдают опыт и душевную теплоту своим воспитанникам. В нашем регионе тысячи талантливых, творчески преданных своей профессии и школе педагогов, сеющих разумное, доброе и вечное. Я искренне признателен всем учителям нашего города за каждодневный самоотверженный труд, любовь и внимание к детям, нашему будущему. Воспитанники детского сада «Балака» и творческих коллективов города устроили для всех пришедших гостей настоящий праздник. Самые искренние пожелания в этот день звучат, конечно, от маленьких карагандинцев. Я поздравляю учителей и желаю им счастья, здоровья, чтобы всегда были здоровыми, счастливыми. Ну, никогда ни на кого не ругали, никому. Всегда добрыми были с учениками. Что пожелать? Ну, здоровье огромное. Чтоб никогда мы все, когда вот мы уходим со школы, чтобы помнили мы все их, и они нас помнили. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».